Еще одна крутая модель от компании Bach, рюкзак Bicycle 15. Вот такой вот небольшой симпатяга, в очень приятном желтом цвете. Я думаю, этот рюкзак можно позиционировать как унисекс, вот, и который идеально подойдет для каких-то городских прогулок и для ежедневного хождения там по городу, в офис, на работу, куда-нибудь там в коворкинг. Вот. Основная фишка этого рюкзака в его системе, то, что у этого рюкзака есть, значит, ладно, давайте внутренностями, как обычно, потом вернемся. Снаружи сначала посмотрим, что есть. Здесь у нас есть карманы сетки для какой-то небольшой бутылки. Вот я смотрю, что сюда большую бутылку не поместить. Какая-то тонкая небольшая бутылка влезет. Ну, либо какая-то мелочь. Вот, с этой стороны нет. Так. В принципе-то у нас карманов-то на самом деле... А, вот. Один карман у нас есть снаружи. Вот такой. Сюда можно убрать ключи, брелок, либо еще что-то зацепить. И вот такой здесь небольшой карман. Можно здесь носить, допустим, очки. Какой-то чехол для очков, либо для мелочи. Ну, наверное, все-таки ключи и очки несовместимы, поэтому пусть будет для ключей. Значит, S-образные такие удобные лямки у этого рюкзака. И даже есть поясной ремень. Смотрите, какая крутая штука есть. Для того, если вам не нужен поясник, вы можете его снять и оставить дома, облегчив тем самым рюкзак, ну и не, ну, как бы, чтобы он, в принципе, тут у вас не болтался, не мешался. Но если он вам нужен, то вот таким вот легким движением вы можете это поставить на место. Вот, нагрудный фастекс тоже есть. Тут все-таки еще есть один такой рюкзак, ой, еще один такой карман. Это вот такой чехол. Это не просто чехол, как у обычных рюкзаков, но вот мне понравилось, что я впервые такой вижу, что на этом чехле, он проклеенный весь, такой плотненький, вот, я впервые вижу, что на дождезащитном чехле, влагозащитном, имеются карманы дополнительные. То есть обычно одел и все. А здесь имеются, видите, карманы, куда можно положить бутылочки с водой, какие-то вещи, которые не будут бояться намокнуть. Вот. И посмотрите, как еще интересно здесь крепится этот чехол на очень такую красивую алюминиевую защелку. Не защелка, а вот такой фиксатор. Вот. Прикольно? Прикольно. Так, еще обратно и посмотрим, что у нас внутри. Итак, внутри открываем. Внутри у нас, значит, отделение под ноутбук, нетбук большое, усиленное. Здесь жесткая спинка, здесь хорошая защита. Ну, молния здесь сделана просто для того, чтобы собрать этот рюкзак. Кстати, прикольная такая жесткая спина. Весь рюкзак выполнен из кордуры 500. Весит он, кстати, 700 грамм. Вот. Ну и здесь кармашек там под какие-то пропуска, чтобы было видно, сетчатый. И сетки. Ну, какое-то большое отделение, чтобы там накидать всего того, что вам нужно будет. Вот такой вот симпатичный, классный рюкзак.